понеслось. Никому не мешает, главное не забудьте. Значит, еще раз, то мы базируемся, сейчас уже в этом семестре будет курс нашего управления знаниями, то, что для вас особенно важно. Но базироваться мы будем на так называемых парадигмах, ну я немножко подробнее потом скажу, парадигмы – это правило, вот, которые мы изучали в первом семестре. Прошлое занятие мы этому посвятили, все прошлое занятие по повторению этих парадигм, но сейчас мы буквально очень кратко их повторим, потому что сейчас мы сразу начнем ими пользоваться. Вот. Давайте тогда сейчас вам список, кто сегодня есть. Конфилов, группа, и мы...